Сегодня первый день школы. Мы вспоминаем все, чему научились за прошлый курс, то год назад, то как я 2 года назад. Вот сейчас мы катаемся на самых легких горках. Как видно, тут в основном детки или начинающие с учителями катаются. И такая, конечно, солнечная красота. Холодно, температура 0 минус. Но когда двигаешься, то не чувствуешь этого. Вообще, конечно, супер. Jetzt sind wir unterwegs in die Hanigalp rauf, zum Schlitteln. Um Seba seinen ersten Schlittelplausch, den wir unternehmen. Gell, Sebastian? Seba? Ja. Seba? Schlitteln? Schlitteln? Ja, gehen wir schlitteln. Gell, Schlittelplausch. Aber sehr wahrscheinlich sieht es hier aus, als Piste schon langsam ein bisschen angegriffen wäre. Ja. Nicht mehr ganz so sauber. Das ist mein Kuss. Mama auch. Hey, gute Mama. Hey, Mama. Sehr wahrscheinlich hat es gar keinen Schnee mehr. Sie wollte nicht die Brille probieren. Nein, jetzt. Keine Brille will ich noch legen. Dann machen wir noch ein Panorama. Ich habe so viel Angst. Ja, wir mal Berge von so viel. Schön, das ist ein Panorama. Ja, guck mal. Was willst du denn noch mehr? Eieiei. Und so ist viel. Hopp. Na? Сегодня 4-й день школы. Я перешла вчера
в следующий уровень группы, потому что во второй группе было очень скучно, они все время катались где-то по низу. Я попросилась в следующий уровень, и мы сразу попали наверх, где красные дорожки. И, в принципе, очень даже страшновато. Я когда еду, почти глаза закрываю от страха. Но зато, как говорится, форшрит у меня будет. Зато в следующем году я смогу уже кататься более-менее профессионально. Холодно очень, ветрено, но очень классно. Кус. Молодец. Was ist passiert? Bist du umgefallen? Nein.